Не школьная работа, а целые научные исследования. Девятиклассник Максим Глизнев вместе с друзьями изучил историю одного из самарских памятников архитектуры. Дом на Молодогвардейской 6 когда-то принадлежал мещанину Поташину. Здесь размещалась его собственная лавка. Максим с одноклассниками прочитал несколько книг, где была информация о здании, нашел его нынешнего владельца и нарисовал чертеж. Итог – доклад на челышевских чтениях, которые прошли в 16-й школе. Это было очень интересно, особенно пообщаться с владельцем дома. Он нам все подробно рассказал и выслал информацию. Челышевские чтения проходят уже 6-й раз. Это научно-практическая конференция, на которых школьники представляют свои доклады об истории Самары. Посвящена памяти Михаила Челышева, известного жителя Самары, владельца доходных домов. В этом году в конференции приняли участие более 100 школьников. Каждый прошел строгий конкурсный отбор. Их работа оценивает строгое жюри. Оно способствует формированию вот тех патриотических чувств, гордости за родной край у каждого школьника, который принимает участие в этой конференции. Потому что, наверное, школьники – это тот возраст детей, когда все интересно, все хочу знать. Оно необходимо для того, чтобы знать историю, потому что люди, которые не знают историю своего города, они не могут развиваться дальше и понимать истоки вообще, куда мы идем и что мы дальше будем делать. Победителям вручили сертификаты. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События.